Всем привет-привет! Сегодня 24 февраля, и мы на даче. Снегу полно-полно-полно. Вот так. Вот что я сегодня хочу сделать. Так, это... кое-чего поставить еще на стратификацию, что-то забрать. Девчонки, скажите, начали уже обрезать деревья, яблони? Вот. Ой, все под снегом. В общем, у нас еще, в принципе, ничего. Надо вот там елочку прикрыть. Вот. Так вот. В общем, снегу еще много-много-много. Сегодня плюс, завтра опять минус. В общем, где-то у нас вот так. Все у нас заметено. Вот, что я еще хотела сказать. Сейчас посмотрим на, например, яблоньку. Вот так вот. Ой! Вот она моя хорошая. Тут уже такие почечки. Надо, наверное, пообрезать немножечко будет. Ну, еще посмотрю погоду на месяц. Если не будут сильных морозов, сказали, если не будет минус 20, то можно начать обрезку. Вот, что я еще хочу сказать. Заказала теплицу новую. Старая у нас уже 7 лет. И она у нас уже вся-вся буквально такая... тоненькая, как слюда, я не знаю почему. Мы ее, скорее всего, будем убирать. Может, еще год постою там для каких-то своих растишек. Вот так вот. Вот какие у нас еще сугробы бешеные. Там собака носится. Надо покормить птичек. В общем, дела у меня сегодня есть. Я говорю, никаких. Вообще все замело. Все. Ничего не видно. Вот опять трубу опять сорвала, да? Или нет? Трубу сорвала? Вот там трубу сорвала. Вот так. Вот может быть... Так, хвойнички, не знаю. Смогу ли еще, хвойничков не видно. Вот. Не знаю. Ну, около метра снега еще есть. Опять кормушка упала. Вот тут вот сугроб сошел с крыши. Там, наверное, поломала миримкарию. Ну вот, вот, ужас. Там завалы снежные. Ну вот так вот будем заниматься делами. Так что пока-пока. Буду что-то делать.